Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня очередной лайфхак, только уже связанный с колесами, с покрышками. Как сделать в домашних условиях чернитель резины недорогой, в районе 100 рублей. Для этого нам потребуется вот такой лак для волос «Красотка». Ну, это самый дешевый, какой я в магазине купил. Что нужно сделать? Убрать от пыли немножечко. Губочку обычно берем, пыль просто стираем. Пыль протерли. Дальше открываем. Открываем лак. И пшите. Кстати, обычные чернители резины хватает максимум на день, на два. Лака вам хватит как минимум недели на две. Проверено мной лично. Вот такая вот красота получается. Можно растереть губочкой. Такое получается колесо. Пользуемся моим лайфхаком, ставим лайки, комментируем.